Всем привет! Это Дубль 2. С вами я, Норик Мкарчан, полузащитник молодежной команды ФК Ростов. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет. Пошел в Академию футбола Виктора Понедельника. Там было очень много интересного. Было очень много турниров, всероссийских и международных. Два раза участвовал в турнире Виктора Понедельника. Приезжали такие команды, как «Шахтер Донецк», «Динамо Киев», «Греческий Паок» и «Глазго Рейнджерс». После этого турнира ко мне подошел селекционер из Москвы и пригласил меня в футбольный клуб ЦСКА. После этого я не сразу уехал, так как мне все нравилось в команде. Но когда ушел тренер Андрей Васильевич Козлов, то я решил уехать в Москву. Там отыграл год и вернулся в Ростов к Андрею Николаевичу Черенкову. Отыграл 2 года и попал в дубль. Ростов-на-Дону – это мой родной город. И, конечно же, ФК Ростов – это родной клуб. Да, в ЦСКА играл на позиции центрального полузащитника. В зимнем первенстве забил 4 гола и отметился 2 голевыми передачами. В последнее время было мало игровой практики, я решил вернуться в Ростов, чтобы больше играть. Да, мне было 13 лет, я поехал туда один. Конечно же, было тяжело. Такой первый опыт, когда уезжал от родителей. Психологически было, конечно, тяжело очень. Решил вернуться домой, чтобы близкие рядышком были, поддерживали меня. С детства играю на позиции центрального полузащитника. Но были моменты, когда я играл и центрального защитника, и также впереди, тоже в атаке. Да, недавно было приглашение в юношескую сборную Армении до 19 лет. Но я пока в раздумьях, думаю. Но я пока еще не определился, за какую сборную буду играть. В прошлом сезоне мы играли в Лиге чемпионов. Все матчи запомнились. Это такой большой опыт. Мы выступили, конечно, неудачно, но это помогло нам в дальнейшем. Мы сделали выводы над ошибками своими. Ну, больше всего понравилась игра с ПСВ, хотя мы выступили очень неудачно там. Но эти парни были на высоком уровне, с ними было интересно играть и очень сложно. В последнее время я забил пару мячей. И это все установка тренера Александра Владимировича, и подключаться мне в атаку все время и быть в чужой штрафной. Всегда приятно забивать мячи. Во-первых, помогать команде, а во-вторых, зарабатывать очки. Свободное время стараюсь проводить максимально полезно. Хожу в бассейн, тренажерный зал. Иногда, конечно, гуляю с девушкой и с друзьями. Самое любимое место, конечно же, это центр большой. Ну, моя самая главная мечта — попасть в основную команду, конечно же, в большой футбол пробиться и закрепиться там на высоком уровне. С вами был Норик Мкарчан. Бросаю вызов Ивану Данилову. Смотрите наши матчи и Ростов ТВ.